Костяк, проходит день уже нормально и весело. Вообще я сталкиваюсь с такой темой, что важно, наверное, восприятие самого человека, как он к чему относится, а не кто к нему там лезет или что на него влияет. Потому что в Доте очень много тоже там, ну, разных людей. Вообще человеческий фактор — такая странная тема. Ну, то есть, конечно, если есть возможность его исключить и не работать с людьми, это здорово. А с другой стороны, люди — это тоже прекрасно, просто прекрасных людей единицы. А вот мудаков хватает. Ну, или какие-то там отклонения, там, вместо своей жизни занимаются, лезут в чужую и т.д. и т.п. Ну, короче, не суть. Просто надо научиться с этим работать. Это незаменимый факт. Я сейчас там сижу и что-то такое. Ну, пропарился тоже. С одной стороны, загнался. Потому что это немножко рассинхрон от моих представлений. А потом сидишь, да, блин, я вообще на самом деле стрессоустойчивый максимально. И мне не парит. Просто хочется, как это говорится, опереться все время на что-то. А опереться пока нет возможности. На работу тоже я не могу опереться, потому что не доверяю никому.